Теперь кто? Это может быть буду я? Да. А почему? Это ты! Спокойствие, только спокойствие. Желание, наверное, сбудется. Что там такое? Вообще в порядке. Будет страшно одной. Не бойся. Одной. Теперь я пойду. Я загадаю нормальное желание. Я думаю, оно у тебя не сбудется. Что там спит? Даша, ну как? Где она? Меня не пустили. Как? Аночка, а что там? Тут еще кто-то. Я пошла, увидела свет. Загадать желание не успела, потому что он меня не пропустил. Как будто бы образовалась обычная я стена из света. А если меня не пустят? А мое желание самое лучшее. А может вообще не ходить? Все. Я пошла. Я боюсь, но надо взять себя в руки и идти. А вдруг там будет огонь? Вот он. А если этот свет зажжется? Я взяла себя в руки, это мое решение. Не могу поверить, что меня не пустили. Мы пойдем вдвоем. Пошли, да, Катя, пришли. Я сломал нашу лестницу! А
тоже щеночка. Я загадала, например, хорошо учиться. Я загадала жить в деревне и работать. А ты что загадал? В лаборатории, чтобы лучше быть самым агентом. О, только не сказки. Ребята, я поняла, что лестница сломалась из-за нашего эгоизма. Нужно перед ней извиниться. Так чего мы ждем? Ура! На самом деле я хотела пожелать, чтобы моя семья была всегда счастлива. Я хотела, чтобы у моего родителя был самый хороший в мире вездеход. Я хочу, чтобы все люди на Земле ценили трудолюбие. На самом деле, я хочу, чтобы всех детей из детского дома забрали родители. Вообще-то, я хотела бы, чтобы всегда все были очень дружными. Извини меня, лестница, но я загадаю другое желание. Я хочу, чтобы все, кто в киношколе, всегда снимались в фильмах, и у них всегда все получалось. Надежда.